Всем привет! Мы заселили свою миленькую квартиру в Пинс-де-Мар. Доехали. Получается, вот вход. И здесь сразу идет гостиная зона. Вот вход на зону кухни. Наша комната с Маратом. И комната детей. Мы уже так распределили. Лестница на второй этаж. На террасу. И терраса. Выход на саму террасу. Стол, диванчики, гриль. Здесь самое главное, это, конечно же, вид. Вид здесь прекрасный. Оделись впервые за это время. Аиш. Аиш. Очень красиво. Очень Аиш. Стоят. Устала? Побежали. Ой. Кто это? Из разговора. Чем? Выпал. Первый? Айлана, у меня зуб только что выпал. Вот такой? Ну-ка покажи. У Саяны выпал первый зубик. Сегодня жарче всех дней, которые были до этого. И нет сильного ветра, как обычно. Более-менее спокойное море. Хотя здесь море всегда такое неспокойное. Блин. Амани! Как дела? Утро. Мы с Амани встали пораньше и решили, пока все спят, сходить в магазин. Где ты, Антарктида? Ладно, хорошо. Смотрите, сколько у него эмоций. Не знаю.
Да, можно? Шел в тропиках, иду. Сегодня праздник, день Сан-Хуана, и здесь что-то творится невероятно. Везде огонь, петарды, взрывы. Вон дети играют.